Начало нового учебного года, достижения и планы. Об основных шагах в совершенствовании системы образования рассказала директор профильного департамента облгосадминистрации. В соответствии с программой развития образования открыли 6 новых дошкольных заведений, 26 дошкольных групп и 12 групп краткосрочного пребывания. Тем не менее, проблему до конца решить не удалось. Только в Запорожье очередь детсад 1224 человека. А вот 16 школ пришлось закрыть, еще в 10 понизить уровень. Решение о создании опорных школ утвердили местные советы 4 регионов области. Этот год объявлен годом детей с особыми потребностями. Открыли 16 инклюзивных дошкольных групп, функционирует 78 таких классов. Одно из главных заданий – обеспечить школьников учебниками нового поколения, выполнено в среднем на 75%. Если в каком районе где-то есть скарга, что немає підручників 8 класу, это проблема органів місцевого самоврядування, які не змогли організувати підвоз до школи. Бо в область підручники вже ми отримали 78%. Зараз ми чекаємо ще два видавництва – це біологію Матяша і мистецтво Назаренко. Сейчас все среднее образование стоит на пороге реформ. Основные направления трансформации на ближайшие 15 лет определены в проекте концепции новой украинской школы. За основу принята личностно-ориентированная модель. В рамках этой модели предполагается, что в такой школе будут максимально учтены интересы каждого ребенка по принципу детоцентризма.